Друзья, с вами «Утренний Юг», это главные новости прошедшего дня. 17 сотрудников администрации Темрюкского района представили недостоверные сведения о своих доходах и доходах своих семей. В итоге они спрятали около 1 миллиона рублей. В Краснодарском крае более 2 миллиардов рублей выделят на приобретение путевок в детские санатории, а также на компенсацию затрат при их самостоятельной покупке. Кроме того, средства пойдут на обустройство пешеходных аллей. В Краснодаре местный житель оформил микрозайм на собственную девушку, чтобы купить ей в подарок ювелирное украшение. Сама девушка узнала об этом, когда с ее счета списались 14 тысяч рублей.